Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. И сегодня я пойду, пожалуй, во внутренний двор. Так, карта имения, собирайте кровь. Ставшие жертвой проклятия герои дрожат, скулят и умоляют дать им еще крови. Это чертово снадобье наверняка можно найти только во внутреннем дворе. Ищите ящики, помеченные как запасы винодела. Ну что же, ребята, остановок у нас здесь не будет. Быстрое учение уровень 1. Так, мне надо взять команду с собой. И кого же мы возьмем-то с вами? Хорошо, давай Танкулю возьмем. Так, я думаю, что Шут нам здесь тоже не помешает. Так, стрессуешь, да? Давай тебе возьмем. Блин, а хилка-то у меня есть? Есть хилка, но это хреновая хилка, если честно. Давай возьмем тебя. Кстати, надо посмотреть, у него что тут выбрато-то. В принципе, нормуль все. Ну, не знаю, одного достаточно будет или нет. Ладно, посмотрим, как говорится. Ну что же, набираем здесь. А факелы нам нужны там или нет? Вот этого я не знаю, ребят. Когда мы в тот раз сходили, там не нужны были факелы. Так, жрачка. Возьмем, наверное, пару бинтов. Ну и пару факелов. Хрен с ним. Посмотрим, ребят. Я не помню, если честно. Так, и пару ключей. Поехали. Внутренний двор. Туманы способны завести героев в опасные места. Я сколько ходил, что-то никаких туманов пока мне не встречалось. Так. Да, ребята, здесь факелы не нужны были. А вот то, что мы здесь будем с вами заражаться, вот это да, вот это вот хреново. Надо было сюда брать зараженных. Ладно, поехали. Что сделано, то сделано. Порезался он, блин. Так, я и крови-то с собой, по-моему, не взял, да? Ах ты, смотри. Этому чудили нужна кровь, ребята. Если бы только деньги могли остановить зло мистики. Да, это уж точно. Так, я не понял, что там за чупушило стоит. Ну что, поехали развлекаться, усиляемся для начала. Так, комары, самые поганые это комары, ребят. Ну что же, уклонились, отлично. Так, давай-ка, наверное, мы вот этот вот ударчик отлично прокатило. Так, ну что, кто там следующий у нас? Насколько мы можем звездануть? 14-29, 88% шанс. Давай пробуем. Есть. Замечательно. Мимо, косорылый. Так, ну-ка, бомбанем на сколько? 6-10. На шестерочку прописали. Так, ну я что, думаю, вот так сделать. Ух, шик и блеск. Ну и этого, этого нам не добить, походу дела. Да. Ну сейчас он сдохнет. Давай, руби его. 43, обалдеть, крит. Ну все, 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 хорош. Забираем. Кто же вот это такой? Может быть, ему нужна кровь? Вау, он мне тут надавал. Сгодится, одним словом. Так, ну а мы с вами двигаемся. Давай, наверное, давай так пройдемся. Что у нас тут? Содержимое. 100 голды. Ё-моё, ловушка. Блин, зря я, конечно, факела эти взял. Блин, мешается только, если честно. Так, а это у нас что такое? Странно, и нельзя ничего сделать? Хм. Ладно, хорошо, раз нельзя ничего сделать, пойдем тогда далее. Так, если мы вот это с вами тронем,
Кто здесь появится враг? Где запасы виноделия? Я не вижу, ребят. Нам нужно три. Ага, вот они, скорее всего. Так, забираем. Содержимое 100 голды, как много, ё-моё. Это для меня вообще ничто, если честно. Эти 100 голды. Так, ну что, давай, наверное, вот так вот по низу пройдемся. Трогать не будем, нафиг оно нужно. Ищем ящики, ребята, нам нужны ящики. Так, ну что, давай-ка усилимся. Ну и по стандарту, ребят, все будем делать как обычно. А-а-а! Ты хорош так буянить-то, блин. Вот таких вот ребят плохо, конечно, с собой в компанию убрать, блин. Не дай бог сделать жесткий крит в неподходящий момент именно на своего. Вот это будет звездец полнейший. Так, размозжили. Атакуют, да? Личинки, блин. Так, в стан загнала, блин, моего хила. Могильный укус. Хорош баловать уже, блин. Оглушение получил еще. Вообще великолепно. Что это он сам по себе начал тут пляски с бубном делать? Есть. Вот этот прокаженный вообще мне нравится. Мощные у него удары. Постоянно он критует. Да. Так, вот еще ящик, ребята. Это второй. Так, что у меня в инвентаре мало места пишут, да? Ну давай факелы выкинем тогда уж. Так, где же еще может быть один ящик, ребят? Наверное, скорее всего, там где-нибудь в верхнем уголку. Ну, пожрать им захотелось. Хорошо, что хоть еды не забыл взять. Давай, забегаем сюда. И... так, тут ничего у нас нету. Давай сюда рвем копыта. Блин, это надоедливое жужжание, честно говоря, уже достало. О. Ну что ты там начинаешь? Не хватает места в инвентаре. Ну давай вот это вот выкинем. Вот так вот сделаем. Последний ящик, ты где, блин, а? Точно наверху, ребят. Ядрёно вож. Ладно, давай вот таким путем сходим. Сейчас вражина здесь появится. Ай, личинки. Личинки — это фигня, ребят. Я с ними обычно с полтычка разбираюсь. Так, давай-ка вот так вот. Опа. Пробили одного. Сейчас они сдохнут. У них всего 6 хп, ребят. Добьем? Да, должны добить. Ну все. Идем дальше, ребят. Комариный особняк, блин, а? Так, что у нас здесь? Давай вот сюда. Ах, нам нужно сюда еще подойти. Так, опять вражина где-то будет. Так, падальщики, значит, да? Хорошо, падальщики, давай разбираться с вами. Этот сейчас сдохнет крайний, потому что... а, нет, ребят, не умрет, потому что у него нет кровопотери. Ну, тогда вот этот вот отдуплится. Ну, хорош уже тут выделываться. Давай вот этого, наверное, на раз. Опа! Как будто его здесь и не бывало. Так, ты у меня что? Ну давай, булавой своей добил. Молодец. Так, у меня шут отравлен. Это плохо, это нехорошо. Забираем все и двигаемся дальше. Ядрёна вошь. Я эту ловушку не увидел, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Не надо, живи. Фига, все хп отняли. Как-то так, а?
Срочно ищем третий ящик. И все. И идем обратно в город к себе. Да чтоб тебя. Что это за фигня такая? Ох ты, нифига. Восстановление при смерти. Очень много всяких этих плохих статов на нас висит. И снять не могу я их, да? Угу. Печалька. Не надо и трогать. Пускай тут себе стоит, жужжит. Так, и у нас остался, ребят, вот. Вот этот поворотик. И все. Значит, где-то здесь должен быть. Либо вот здесь этот ящик, либо когда мы пойдем вниз. Вот он. Все, по идее, задание должно быть выполнено. Да, возвращаемся в город с вами. И что же мы получим? Так, награды за задание. Так, 3000 голды уже получаем, 3 герба. Так, и сверху мы зарабатываем очень мало, ребята. 1115. Ну, это никуда не годится, конечно же. Так, надеюсь, хорошие черты. Показывайте. Поехали. Хронический кашель. Ну, вот только этого говна не хватало мне. Расхитительница гробниц. Точнее, расхититель чаще, блин, гробниц. Так, безошибочность, загнанность. А безошибочность что? Плюс 10% урона, дальнобойные навыки. Угу. Так, здесь у нас что? Густая кровь. И боязнь крови. Как-то так. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут. О, по какой-то случайности предприимчивый шарлатан сварил из добытой им кометы пыли по-настоящему сильнодействующее зелье. Оно может творить чудеса за определенную цену. Интересно, а что это за зелье такое? Что оно делает? Приобретите тоник. Излечивает по одной болезни у каждого героя из списка. Блин, неплохо, но это нужны, ребята, осколки метеоритные. А я туда давненько уже не ходил. Ну, надо, надо. Ух ты, смотрите-ка, ребята, у меня прокаженный второго уровня прибыл. А мой-то какого, кстати, которым я играю? Так, где он? Покажись. Что-то я не могу понять, где он находится. Так, это мне нужно тогда смотреть, наверное, в команде в своей. Так, вперед. Какой там у тебя уровень? А, у него третий. Ясно. Ну что, ребята, наверное, нам надо сходить. Я не знаю, справимся ли мы с сиреной. По идее, должны. Так, или все-таки... Или сходить в заповедник. Убить свиного принца. Изувеченный путник рассказал о твари столь жуткой и безобразной, что свиньи ее сделали своим повелителем. Возможно, это лишь рассказы. Но нельзя оставлять подобную угрозу без внимания. Угу, свиной принц. Так, ребят, ну что, я думаю, мы сделаем с вами вот так. Черт, блин, опасно его брать с собой. Ну, у меня танков нет. Есть у меня еще один танк, вот этот вот. Братишка. Так, два хила. Не слишком ли много? Я думаю, что нет. Ну что, поехали. Попробуем, ребята. Возьмем с собой факелочков. Так, факелки взяли. Возьмем, наверное, одну бутылочку крови и еды. Все, я думаю, хватит на этом. Вперед, из песней. Методики и ритуалы кровавых жертвоприношений освоить непросто. Для переноса потусторонних существ в наш мир необходимо тело, в которое они могли бы вселиться. Также важно точно рассчитать ритм. Чтение заклинаний. Без соблюдения ритма и пауз процедуры обречена на провал. Заповедник у нас, ребята. Нифига. Фух. Безымянное чудовище — свидетельство моих ошибок. Нужно уничтожить его. Нужно для начала его... Оу, карта-то какая, ё-парасоте.
Ох, какая здоровая. Блин, я и лопату не взял с собой, да? Чё-то. Блин. Не думал, конечно, что вот так вот все будет. Блин, столько стресса набрал себе сейчас, а? На пустом месте, грубо говоря, а? Хорошо. Так, ну что же, приступим. Так, 80-80. Ну, будем так бомбить. О, уклонение. Отлично. Порвали. Предрассветный туман, блин. Да ладно, блин. Оглушение получило. Это плохо. А ну-ка давай-ка вжарим. Еще одним чудовищем стало меньше. Это уж точно. Яд? Нет, яд нам не надо, ребят. Давай, давай, ты мне нужен. Снимай яд. Щит. Блин, это же не он снимает яд. Это совсем другой персонаж. Что-то я ошибся, ребята. Ладно, фиг с ним. Блин, я и противоядие не взял. Да что ж такое-то, а? Как же так упухнуться-то надо было? Ладно, давай посмотрим, что у нас тут на столе. Цитрины, всякая ересь. Опа. Сожрали мясо и заболели какой-то хренью. Ай, все против нас, ребята, абсолютно все. Да, да ладно, блин. Да вы издеваетесь, что ли, а? Стресс за стрессом. Ну, у нас есть один привал. Так, появились говнюки. Давай вот так вот сделаем. Хм, не убили. Так, прожжем. Должны. Отлично. Так, плевок. Кислотой, да? Отравил. Сопляжуй. Блин, встан. Что-то как-то хреновенько тут, ребят. Так, паутинка. Еще разок его накрыло. Ну все, будем мстить. И мстя моя жестока. Да ладно, блин, как уклониться-то мог? Ты же всегда попадал. Блин, ему нужна кровь, ребята. Он жаждет крови, я смотрю. На, пей. Воплощение. Экзекьютен. Естественно, экзекьютен. Так, ты себя подхиливай, потому что если не будешь, ты отдуплишься просто-напросто от яда. Да чтоб тебя, уклонилась, а? Тараканья титька, блин. Так, ну все, наверное, я добью. Блин, да 80% было попадание. Какого лешего? Крит урон. Что-то мне кажется, что солдатики-то мои здесь какие-то ватные. Вот ты сейчас что сделал, я не понимаю. Я хотел, блин, подхилить. О, критически подхилили на 12. Слушайте, мне кажется, у меня очень мало, как сказать, физухи. Посмотрим, сможем ли мы этого свиного принца завалить или нет. Здесь пока тараканы и всякое шелупение разбираем на ура. Ключа у меня нету, да? Содержимое мое. Во, гербы, картины, нормуль. Так, давай сюда. По кольцу так пройдем, ребят, да, если что. Что, пожрать? Хорошо, жрите. Так, что там? Интерес как с танком тебе. Кровожадность. Тут у нас чистота. Где я сейчас нахожусь-то? Я не пойму. Погнали сюда. А, все, понял. Сейчас мы в самом углу. Да хорош чудить уже, а. Что у нас тут? Порезался, блин. Ловушка, да что такое-то? Я не могу понять.
Опачки! Прикончить двоих? Так, 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 это что, мы уже с вами дошли? Да, ребята, дошли. О-о-о. Ну что ж, давай пытаться. Так, что мы будем с вами делать? Двоих, да? Отлично. Яростное разрушение. Оу! Нифига он. Не трогайте, говорит, мелкую тварь. Это он ту, что ли, не трогать? Так, мы сможем пробить. На сколько? 7.13. На 12 вжарили. Ёпарасоте, ты потише там, буянь-то. Фига он там жарит. Метки только ставит. Давай хилься. Ой, на 2, что-то вообще ты ничтожно мало похилял. 13.27. На 14 вдарили. Черт, кровопотеря идет. Ну-ка, на сколько? 7.13, пробуем. Воу, на 19 дали. Сейчас звезданет, по-моему, массово. Оу. Это было больно. Очень больно. Перси могущество получает. Ну, будет кто-нибудь ходить-то? Да ладно, этот сопляк. Ты прикинь, что он сделал, а? Ах ты, гнида. Ну все, ребята, этот свин меня достал, если честно. Не знаю, мы справимся с одним-то воином. Уничтожение тела. 30-ку вдарил. Ты достал уже, блин. Сейчас еще мелкий, да? Давай походит свин, и все, будет нормуль. Так, 5-10, 85% шанс. Ах, как мало. Смотри, сейчас убьет. Так, срочняк, его хилим. Так, что же сделать? Давай вот так вот попробуем. Ослабление повесили на него, нормуль. Массовое уничтожение. Ёпарасоте, вот он бомбит, а. Так, 15.28. Ох, хорошо пошло. Буквально еще один, ребята, такой удар, и ему будет финиш. Ну, естественно, метку ставят здесь на нас. Попробуем, блин, мало отхил. Что же делать-то? Попробуем. О, хорошо похилялись. Ну что, или добиваем, или нет, ребята. Другого не дано. Блин. Он еще живет, а? Тихо, вояка, держись. Если ты упадешь, мы без тебя не справимся здесь. Естественно, свин вонючий. Уклонился, умница. Давай я тебя подхиляю маленько. Сейчас бомбанет, да? Так, что же мы сделаем? Если мы так применим 2-3 урона, а сколько у него вообще здоровья? 9. Так, а если вот этот? 4-8. Пытаемся, ребят, короче. На 7 прожарили. Ну что, пора добивать, я думаю. Уничтожение тела. Хорошо, выдержали. На, гнида. Это что за мелкий суслик? Уилбур, визг. Визг. Может быть, вот это и есть главный босс, а, ребят? А не то, что мы сейчас завалили. О, на 28 крит. Хорошо, подхилились. Так, ну-ка, сколько у тебя там здоровья? На удар. Сопляк, блин, конечно, жалко, что прокаженный, ребята, у меня погиб. Ох ты, зарабатывали-то здесь. Так, что у нас тут не хватает? Ну, давай выкинем вот эти вот еды. Это заберем. По крайней мере, если что, мы даже сможем, ребят, с вами продать. Вернуться в город. Подожди, тут ничего нету? Нету. Тогда возвращаемся.
В принципе, не такой уж он и сложный был, этот принц. Ну, давай, давай, побыстрее. Так, тут у нас 4500, и тут, считай, 4. Угу. Ну, 8500 голды мы заработали с вами. Так, что у нас пошло? Живучесть, вот это хорошо. Дальше. Тактик заповедника, вот некромантия. Ну ладно, хрен с ним. Ненависть к нежити. И Перси мой погиб, 3 уровня. Блин, как-то же можно, ребята, с кладбища восстанавливать персонажа. Моя одержимость стала причиной этого кошмара. И то, что я пытаюсь все исправить твоими руками, весьма прискорбно. Вот именно, что ты моими руками все хочешь исправить. Так, ну что у нас там в дилижансе? Кто? Кто-нибудь есть хороший? Прибыл? Нету, блин, 1 уровня, даже нулевого. А он так сам по себе, ребята, очень хорош. Валит на ура просто-напросто. Так, кладбище, кладбище. Не знаю, ребята. Как-то было там написано, вы можете вернуть павшего героя, но... Я так и не понял, оно еще вот тогда светилось. Сейчас почему-то вообще ничего нету. Так, ну что у нас тут? Давай посмотрим. Что это за задание? Барон приглашает вас принять участие в его извращенных играх. Ветеран. Собирайте кровь. Чемпион надо быть. Не катит заповедник. Рудиментарная плоть. Убить. Некоторым созданиям нельзя даже появляться на свет. Уничтожьте результат преступного эксперимента предка и отправьте гнусное порождение обратно в бездну. Средняя. Средняя сложность, да? Тут тоже средняя, но тут ветеран, ребят. А здесь учение. Средний ученик, да? Так, и бухта у нас тоже. Сирена. И исследовать комнаты. Ну что же, я думаю, что мы, наверное, с вами приступим к сирене. Эх, придется брать, наверное, тогда. Щитобоица вот этого. Другого варианта, ребят, я не вижу пока. Это спасанет у нас, она с кровью. Даже не знаю. Ну что же, ребята, увидимся чуть-чуть попозже. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Куда бы нам сегодня отправиться, а, ребята, давайте-ка приценимся. Так, в дилижансе есть что-нибудь новенькое? Нету пока, хреново, но мне вот этот вот парень нужен, прокаженный, потому что в прошлой серии, вы помните, его заколбасили. И второго такого у меня, к сожалению, нету. Ну, нулевого уровня как-то не особо мне хочется его получать. Ладушки, хорошо, попробуем пока так. Еще мне хотелось бы знать, как с кладбища забирать своего мертвого, например, бойца. У меня был ивент, но я нажимал, почему-то не смог его вернуть. Хотя и место было. Ладно, давайте-ка мы с вами посмотрим. Танк у меня, опять же, в стрессе. Блин, хилка тоже в стрессе. Даже я и не знаю. Ну, посмотрим, давайте, какие у нас тут легенькие задания, что мы можем с вами пройти. Я вообще-то хотел сходить, ребят, посмотреть, кто такая у нас вот эта вот сирена. С утесов под поместьем доносятся чарующие мелодии и низкие неземные ноты. Найдите источник этих звуков и заставьте его утихнуть. Написано, что среднее. Тут быстрая, да, разведка в чащу. Пройдите старой дорогой в лес и выберите там одну из множества темных тропинок. Пройдите по тропке и вернитесь в целости и сохранности. В принципе, как вариант для прокачки своих персонажей, я думаю, это для нас пока сгодится. Кого бы взять? Ну, давай возьмем, наверное, здесь могильную воровку. Отлично. Так, и... Давай вот так вот, пожалуй, сделаем. Я думаю, что будет самое то. Попытка не пытка, но нам надо выдвигаться. Так, лопата есть. Возьмем маленько с вами еды. Совсем маленько. Так, факелочков.
И, пожалуй, наверное, ну, пару бинтов. Нет, три бинта. А, ну ножи. Да, еще кровь понадобится. Вот так вот. Все, была не была, я иду со двора, поехали, ребята. По-моему, я надеюсь, здесь коротенькая, не длинная у нас карта. А то я для длинной, честно говоря, не готов. Такую коротышку по-бринкому пробежать, это... Никогда я не знал все эти пути, но теперь они спутаны, словно мои мечты. Понятно. Так, куда же нам пойти? У нас нужно, так, 90% комнат исследовать. Будем, естественно, ребят, стараться с вами. Так, свежий факел, отлично. Забираем, поехали дальше. А, лопата у меня есть, если что. Вот она нам здесь и пригодилась. Жалко, что у нас одна она. Поехали. Ага, дорогушечки пришли. Ну ладно, блин, ты уже у меня все, что ли? На измене. Так, 85%, а тут 80%. Хорошо, пытаемся, ребят, пытаемся их заколбасить. Так, давай мы тебя вначале кровью напоим. Отлично. А теперь будем колбасить. Добить, конечно, не добьем, но проучим хорошенько. Давай, закали его нафиг. Ну, честно говоря, мне нужно было, чтобы у воровки были метательные ножи, а не вот эта вот хрень, которая у нас сейчас. Так, 6.11. 6.11, 90-95. Давай вот этого попробуем. На девяточку приголубили, отлично. Облако отступления. Пыхтит, пыхтит, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отведай. Я отведаю твоей крови, и меня ничто не остановит. Мы как вампиры какие-то стали. Это, кстати, ребята, фигня у нас заработалась в этом, в особняке, когда нас кусали комары. Так, ну что, давай попробуем пробить. И мы пробиваем. Только, конечно, не так успешно, как хотелось бы. Блин, у меня против яда ничего нет, к сожалению. Вылечиться не могу. Значит, будем с вами отравляться потихоньку. Хотя, почему будем отравляться? Будем немножко подхиливаться. Ну, а что поделаешь? Так, ну что, у тебя же вроде бы как... А, у тебя наоборот. К яду нет никакого сопротивления. Получи, гаденыш. Ну давай, последний лошпен тут остался. Сейчас мы его, ребята, забомбим. Ага, забомбим, конечно. Давай, усиляйся. Так. Метку захотел повесить, но не получилось. Достанем, достанем. Да, ребята. Ну что же, двигаемся далее. Так, подожди-ка, лагерь у нас здесь. Ага, карта местности. Ну, это не интересно, это не для нас, ребята. Мы с вами дальше идем. Переходим сюда. Бой за сокровища у нас там будет. Да чтоб тебя, а. Теперь они будут на каждом шагу у нас попадаться. Так, 95%, давай его. На 8, неплохо. Пробивной делаем. О, вот это я понимаю, ударило. Так, вот мне не нравится, что у моей весталки идет страх. И она стрессует, бедная. Так, давай-ка мы с тобой вот этого должны добить. Хотя вряд ли, но попытаться можно. Ну, я так и думал, что не добьем. Совсем маленько осталось. Так, трудное заклятие делает. Но обычно он промахивается. Ну, тут смотри-ка, попал. Блин, весталка, хорош, не стрессуй, пожалуйста. Так, готов один. И остались вот эти вот у нас, блин, грибные зомби. Ну, так, уклонение, уклонение, замечательно. Наша очередь, ребята, пробивать. Я думаю, что слягут. Нет? Не двоих, к сожалению, не тот удар был. И добивочный. Все. Ах, ты не все еще, ну ладно. Давай, могильная воровка. Теперь-то уж ханаем. Забираем цитрин. И газуем с вами по-быстрому. Так, интересно, что здесь, мясо будет или нет? Ах, легко заразиться. Вертига какой-то. Ну, обычно он мясо... Так, ага, здесь у нас уже духи. Эктоплазма, да? Надо этих ребят как можно быстрее уничтожать. Готово.
Насколько мы будем пробивать? 4,8, 85%. Пробую. На 6, неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Что опять тебе надо? Ты же вроде бы пока нормально себя чувствуешь. Кровью пока не стекаешь. Так что что ты мне тут дуркуешь-то, а? Так, у нас ключа-то нету с вами? Нет, жалко. А в этом сундучке наверняка ловушка без ключа будет. Найрс проходит испытание и получает смелость. Вот это хорошо. Ночь темна, но огонь светит ярко. Вот это я называю оптимизм, ребята. Самый настоящий. Не стала падать духом. Все отлично у нее. Сразу у меня взбодрилась. Стресса половина ушло. Ну, а мы добиваем, нет? Странно. Ну, теперь-то уж точно. Все, проникающим. Так, давайте смотреть сундук. Ловушка стопудово будет сейчас. Ну, как обычно. Без ключа, ребята, здесь практически 60%, что выпадет тебе ловушка. Ну, а мы с вами выдвигаемся. Вот эту комнату сейчас прошуршим. Что здесь, интересно? Спрятан клад. Цитрин и святая вода. Хорошо. Жалко, конечно, что вот это вот багряное проклятие нельзя вылечить. Мне из-за него столько хороших бойцов погибло. Ничего интересного, но факел нам нужно зажечь, ребята, а то у нас сплошная тьма. Мы, естественно, в тьме теряем преимущество, когда встречаем врагов. Так мы их врасплох застаем. А так ни шиша не выйдет. Ну что же, ничего здесь нет, ребята. Возвращаемся с вами в обратном направлении. Так, висталочка, не стрессуй, пожалуйста. Что ж ты так? Постоянно по два, по три у тебя. Давай дальше, сюда проходим. В принципе, карта не такая уж и большая. Пройдем, ребят, с вами на ура. Ох ты, а почему это у меня здесь ничего нету? У могильной воровки ничего не лежит. Никаких этих триник, а? Кто мне скажет? Вот что значит поспешил. Надо было надеть хоть что-то. Но здесь еще по-божески. Что там такое было, я не понял. Так, ну что, мы встали с вами на тропу, на новую. Поехали. Ой, ё-моё, я же видел, хотел кликнуть, не успел, ребята. Еще и отравился. Опасна вот эта фигня. Черт. Моя кожа горит огнем. Естественно, горит огнем, ты отравленный. Что она еще должна делать у тебя? Так, пока тихо, все спокойно. Разведка почему-то нам ничего не докладывает. Ё-моё, висталочка, ты в ловушку. И все ловушки с отравлением, ребята. Так, факел тухнет. Надо обязательно его разжечь. Так, что у нас здесь в дереве, в этом, в полене? Яд. Да чтоб вас всех разорвало, а. Да как же так-то? Яд очень губительно для нас. Тем более у него сопротивления никакого нету к яду. Так, здесь у нас, значит, бойня будет. И диковинка будет лежать. Хорошо, я понял. Поехали. Так, ну что, грибные зомби у нас тут и сектант-ученик. Мы их все равно должны застать врасплох. Да, так оно и получилось. Нам нужно хиляться. Обязательно хилимся. Так, и продолжаем потихоньку их разбирать. Блин, как же на тебя яд-то очень хреново действует. Очень хреново. Так, 6.11, 95%. Как раз наш клиент, ребят. Во, пробивной должен быть. Да, должно сработать. Крит удар даже выпал. Ха-ха, ты достанешься духом. Естественно, он достанется духом. Давай вот этого прикончим. Так, и их осталось двое. Это нам проще. Опачки, опачки. У нас, ребята, и на скорость понижения идет здесь. И на урон. Это не айс. Это надо, ребята, обязательно лечить. Но не сейчас, когда дойдет до нее очередь. Так, могильная воровка, давай-ка вот этого с тобой. Нет, не добили, к сожалению. Слушай, ну хватит. Блин, я в следующий раз буду яд брать. Точнее, не яд, а противоядие. Или же этого шамана. Он у нас очень хорошо с этим делом справляется. У него есть как раз скиллы на снятие и отравление, и кровопотери. Да. Ну что, надеюсь, добьем.
Все, отлично, шикарно. Что это у нас такое? Замок терпения. Только выродок. Хорошо. Погоди-ка. Мне надо... Давай стандартный. Вот так вот построение. А то поменялись они здесь. Без моего ведома. Так, фамильные ценности. Купчи. Отлично просто. Купчи, гербы, все нам это нужны. Обязательно. Для развития нашего, как говорится, городка. Деревушки. Ну что же, осталось всего две комнаты. Я думаю, что вот это будет последнее, потому что до этой мы с вами не дойдем. Задание уже будет выполнено. Так, добыча. О, вот это хорошо, ребята. Это мы все забираем с вами и почитаем, что у нас здесь. Теперь я опять в заповеднике, возле останков моих товарищей. Раны мои слишком глубоки, и наши... То есть мое задание уже не выполнено. Осквернение придется отложить. Что интересно, у меня в кармане нашлось кольцо. Не представляю, откуда оно взялось. Там на нем есть знак давнего владельца этого имения. Занятно. Понятно. Чернейшая из судеб. Да? Понятно, хорошо. Двигаемся дальше. Факел. Ё-моё, хотел же только что подправить. Ладно, пытаемся, ребята. Сколько у нас? 85%? Жарим. Лишь бы этот комар или эти уроды не отравили меня жаждой. Жаждой крови. Не хотелось бы. Так, ну-ка, насколько ты бомбануть можешь? 6.11. Устраивает меня этот расклад. Получил он свое. Давайте добивать. Одни меньше. Нам спокойней. Так, сбор крови. Тихо. Только главное, чтобы не было проклятия никакого. Вот так вот. Отлично. Так, ослабление, да, на нас висит. Опять урон уменьшен, скорость уменьшена. Да что ж такое-то? Ну, пробиваем. Пробили. И осталось два олуха. Давай-ка вот этого мы, наверное, с тобой вот так вот бомбанем. Кто у нас? Ага. Щитобоец. Эта экспедиция обречена. Не надо ля-ля. Эта экспедиция еще покажет здесь всем. Ну, давай, кто там у меня ходит? Добиваем этого говнюка. Отлично, все хорошо. Забираем, естественно, деньги. Ну и, наверное, сейчас уже будет задание выполнено, ребят. Последняя комнатка, по идее, тут остается, да? Так, продолжить поход, ребят. Я, наверное, все-таки схожу и посмотрю, что здесь. Ничего. Ой, блин, опять я забыл факел, а? Да чтоб тебя. Ладно, будем пытаться. Так, 5-9. На девяточку звезда нуля, отлично. Так, подавляющий огонь. Молодцы, все уклонились. Надеюсь, мы-то сейчас не промахнемся. Нет, у нас все хорошо вышло. Мы прожали их. Так, висталка, во, молодец. Ну что, давай попробуем, наверное, вот этот вот с тобой. Так, 4-8, у него 7. Давай попробуем, вдруг прокатит. Да, вообще уклонение было. Ему повезло, грубо говоря, он родился в рубашке. Ну, а здесь, как говорится, рубашка слетела. Вот, молодцы, на уклонение у них все отлично. Так, ну что, бандит, разбойник, ты меня достал уже, ты меня бесишь, нервируешь. И пора с тобой распрощаться. Замечательно, 450 голды. Так, теперь факел с вами разжигаем. Вот так было бы лучше. Ящик пуст, жалко. Хотелось бы, конечно, что-то найти. Ну, раз не дали, так не дали. Ну, и здесь, как мы видим, ничегошеньки нету. Ладно, ребята, заканчиваем задание и будем уже смотреть, что мы с вами получим. Сколько бабла нам дадут? Так, 3000 голды за выполнение задания. Так, плюс сверху мы сколько с вами получим? Ага, 4,5. То есть я считаю, что это довольно хорошо, неплохо. Тем более уровень, сами видели, не такой уж и сложный был. Так, что получает у меня фолиат? Страх зверей, да чтоб тебя. Страх зверей, ладно. Надеюсь, мы что-то с вами когда-нибудь сможем вылечить. Ценная находка. В итоге часы, потраченные на прочесывание старых бочек и забытых оружейных стеллажей, принесли свои плоды. Бесплатное улучшение оружия. Одна штука. Бесплатное, ребята, бесплатное. И кому же мы можем с вами что-то улучшить? Кто меня сейчас в данный момент больше интересует? Естественно, берем максимальные уровни. Так, я посмотрю сейчас. Гильдия. Сюда, да?
Бесплатное улучшение. А, подожди, это же нам нужен кузнец, ребят. Что это в самом деле-то? Это у кузнеца. Ну-ка посмотрим, что мы можем. Нет, здесь мы, к сожалению, ничего не можем улучшить. Так, у моего танкующего тоже. Так, топка. Топку, наверное, стоит. Хотя, ребят, нет, мне вот это вот нужно. Ковка оружия. До 4 ранга развивать. Нужно 32 купчие, и у меня всего лишь 15. Но я могу попробовать обменять на бюсты. Давайте посмотрим, сколько это примерно выйдет. Ой, как мало дают. Ой, как мало дают. 10. 25 будет. Маловато. Поехали еще. Ну, давай, давай, не жмись. Так, 16. Все равно мало. Ну, делать нечего, ребята. Придется делать такой обмен. 31. Ну, еще бы буквально немножечко. Сколько у меня? 2 бюста? По-моему, не хватит, ребята. Нет. Эти я тоже не смогу поменять. Кстати, можно сходить, попробовать выбить осколки метеорита. Но там, ребята, уже у нас будет босс. Мельник. Довольно, наверное, серьезно. Я до него не доходил. Ну, можно попробовать, в принципе. Так, кстати, надо посмотреть, кто у нас там в дилижансе пришел новенький. Так, ну что, я вижу, у нас есть разбойник второго уровня. Так, шут пришел. Разбойник у меня какого здесь? Вот этого, наверное, можно, ребята, отправить во свояси. Он все равно у нас нулевого уровня. А вот этого возьмем. Так, хорошо. Что здесь нужно? Так, ковка оружия третьего и мастерство инструктора. То есть все довольно серьезно. Как говорится, не прокатит на шару. Что нам здесь, инструкторы? Тут вообще 60 гербов и 24 эти картины нужно. Да, офигеть. Так, ну что, кто у нас тут, ребята, с вами? Это еще лечится? Походу, да. Давай-ка мы с тобой вот сюда сделаем. Иди подлечись. Хотя у тебя и болезнь там какая-то. Ладно, это все потом, ребята. Так, Раулин, ну, еще пока терпимо. Руневиль, ну, давай тебя еще. Подожди, я сейчас их всех отправлю, а кем я тогда пойду-то? У меня танков нету. Хотя... Саувигни прокатить может. И у нас еще есть, ну... Так, надо будет вот этого взять будет с собой. Так, чумной доктор. И вот его, в принципе... Есть у нас еще народ с вами, так что можно, в принципе, не переживать особо сильно. Давай посмотрим, какое нам задание следующее взять. Так, чаще у нас уже третьего уровня. Быстрое. Исследовать комнаты. Так, мы можем еще, ребята, с вами, по-моему, прокачаться маленько. Давай, наверное, так и сделаем. Так, берем его. Он нам пригодится. Блин, вот, кстати, вот он хороший, вот этот бичеватель. Но почему-то он первого уровня, я хочу от него избавиться. От этого тоже, как его увеличать-то? Выродок, от выродка тоже первого уровня надо избавляться. Нам нужны нормальные, серьезные ребята. Так, берем тебя. Вестолка, где моя? Давай тебя возьмем. Отлично. И нужен нам еще один какой-нибудь очень хороший боец. Только вот какой? Так, шут. Ну давай, нет, шута не будем брать. Мы возьмем, наверное, скорее всего, с вами. Да. Вот так вот, я думаю, будет. Блин, да что ж вы все с болезнями-то, с какими-то. Ну что, берем припасы. Это у нас будет факел. Обязательно факелы. Так, кормежка. Плюс пару лопат возьмем. Яд. Да, возьмем яду. Ну не яд, это противоядие на самом деле. Так, и один, два флакончика крови. Это лишь для висталки, если она начнет там хандрить. И, наверное, возьмем пару ключей. Все, ребят, вперед. По-быстренькому пробежимся, немножечко прокачаемся с вами и посмотрим, что там дальше. Я хочу, чтобы в дилижансе прибыл какой-нибудь нормальный народ и желательно уровнем повыше. Так, давай, не бубни мне здесь, не расстраивай меня. Так, разведка пошла. Так, бой уже будет здесь. Погнали. Волки воют. Так, ценности фамильные. Хорошо. Гербы получили.
Блин, почему комары-то здесь? Комары все это отродье. Ладно, вот так сделаем. Это для начала, для разминочки. Так, не надо, парень, не надо. Опа, все, черт бы тебя побрал. Заразили они, гады, его. Да что ж ты будешь делать, да? Вот тупыри. Заразили его проклятием, ребята. Багряны. Черт бы их побрал, а. И вот так всегда. Ребята, если знаете, можно ли от него избавиться, отпишите мне, пожалуйста, в комментариях. Насколько я помню, оно, по-моему, не излечивается. Да ладно вам, всех, что ли, теперь? Блин, ну вы уроды, а. Вот вы уроды, а. Всех позаражали, блин, мне. А я еще помню, там есть какой-то придурок, который отвергся от церкви и устраивает охоту как раз на зараженных. Правда, он мне еще пока ни разу не встречался, но он есть. Ну давай, подхилим маленько. Все, тут остался один лашпен. Давай вот так вот сделаем. Отметочка висит, ослабление. Что там, сбор крови опять делает. Хорошо, хоть этого не тронули, шамана. Ну и мы добиваем, наверное, этого говнюка. Да что ты делаешь-то, ё-моё. Ну, давай с собакой. Порви его. Все, он сейчас, по идее, должен... А мы его добьем. Он бы так и так отдуплился бы, ребята. О, неплохо. Хороший лут. Погнали. Так, тут у нас деревушка. Подожди-ка, подожди-ка. Так, нам нужно сюда идти. Ну, в принципе, здесь нет никаких отвороток, ребята. Идем просто с вами по прямой. И это очень хорошо. Мне нравятся именно вот такие карты. Ну, что нам достанется здесь? Полно ценностей. Отлично. Это съедим. Это, естественно, заберем. Ну, а это нам нафиг не нужно. Так, без стресса, ребята, без стресса. Идем спокойно, дышим ровно. Никого пока нету. Не надо раньше времени паниковать. Я вас прошу просто-напросто. Что такое? Не будем мешкать. Ну, давай перекусим, хорошо, раз вы хотите поесть. Поешьте. Факел только не забываем, ребята, периодически зажигать. О, что там нам досталось? 250 голды. Слушайте, отлично. Две комнаты просто в холостую прошли. Ай-яй-яй. Ладно, приступим к веселью. Для начала вот так вот. Так, ну что, пробьем мы его или нет? 7-11. Нет, этого мы не пробьем, но довольно прикольно мы ему нанесли крит урон на 17. Так. Молодец. Дрессировщик вернулся. Так, висталка моя уже начинает, я смотрю, кровью истекать. Придется ее кормить, ребята. А если мы ее будем кормить? Что ты делаешь, ё-моё? Я хотел, ребята, честно говоря, ее выделить, чтобы кровь употребить. Она взяла, заюзала скилл на отхил. Ладно, надеюсь, мы еще успеем. Так, давай-ка еще разок прожарим уже на 7. И, пожалуй, мы добьем вот этого дальнего. Все, их тут двое осталось. Сейчас быстренько с ними разберемся. Я надеюсь, нет, добить не добьем, но тоже нормально так дарили. Ну что, давай пей кровь. Все, сразу взбудоражилась. Чувствует себя замечательно. И давай подхилим дрессировщика. Блин, как-то ты у меня слабо хилишь, если честно. Ну что ты там придумал, а? Блин, еще и траванули, гады. Уклонение, молодец, нечего этому зомби делать. Добили. Ну все, остался лишь этот грибной зомби, и он готов. Отлично. Ну что, будем открывать могилу, смотреть. Ох, как шикарно. Так. Никто не может, что ли? Ну-ка, ты сможешь? Эх, никто не хочет есть. А ты? Тоже не хочешь? Ну и хрен тогда. Ну давай глянем, что здесь у нас. Спрятано сокровище, ребята. 550 голды.
Отлично. Пошуршали дальше. Так, у нас здесь будет бой. А здесь? Здесь пока ничего не показали. Ну и ладно, один бой-то, я думаю, что мы справимся. О, дебоширы сектанты у нас здесь вышли. Погнали. Упал. С удара. Так, 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 ну давай, давай дальше. Кто у нас? Что мы здесь? Ну давай вот так вот сделаем. Все равно ты пока ничего путевого не можешь делать. Хотя, почему у него закрыто, интересно, ребята, излечение? Он же вроде бы у нас может и бинты накладывать. А, нет, вру, ребят, это у нас чумной доктор, да. Он у нас лечит и от яда, и от кровотечения. Этот у нас просто идет как стандартный хил. Так, уклонились, молодцы. Ну что, пора, по-моему, ребята, завязывать с ним. Все, готов. Продвигаемся дальше. Так, цитрин тут достается. Блин, неужели места нету для цитрина? Давай факел используем. Вот так, он стоит все-таки 375 штучек. А деньги нам, сами знаете, всегда нужны. Мешочек пуст, нас обломали, ребят. Так, идем сюда. И последняя. Какая последняя, ребят? Нет, ничего не последняя. Еще раз, два, три. Три комнаты. Так, где у меня факел? Я не могу понять, почему так темно. Ненавижу, когда темно. Хочу, чтобы было светло. Ну, проверим, что у нас здесь. Оп. Липкой слизи он покрылся. Ну, ё-моё, медленные рефлексы. Так, лопата есть? Есть, Рол. Отлично. Без вреда для себя. Расчищаем путь и проходим далее. Так, здесь у нас ничего нету. Разведка пошла, пошла, пошла. Тут у нас, значит, ловушка. Диковинка какая-то. Посмотрим. Так, грибы. Блин, грибы, я же их... Что ж ты будешь делать? Амбуш, вот тебе и амбуш, ё-моё. Так, добыча какая? Что там у нас? Ну, это нам не нужно. Читать не будем. Было бы место, почитали бы, а так нет. Так, у меня кто-то отравлен, нет? Нет. Опа, опа, опа-на. Застали врасплох мы. Так, отлично, ребята. Погнали. Да, давненько не встречал я этих паршивцев. Ах ты, посмотри, что делать, а? Уклонился. Ну что, пропишем? 7-13, есть вероятность. Маловато, не хватило. Ну что? Добили, нормуль. Их осталось трое. У нас, кстати, с вами ключик-то есть? Да, ключик есть, поэтому сундучок 100% мы откроем с вами. И там что-нибудь будет. Ой, да эти собаки вообще фигня полная. Так, давай, висталочка. Блин. Прижучили маленько ее. Да я понял, понял, что ты там вся бедная. Аж навалила. Нет, не смогли пробить. Ну что? Шаман, ты держись там тоже давай, блин. Кровопотерю получил. На. Ну, два пса плешивых тут осталось. Сейчас быстренько их разберем. Так, давай, наверное, мы хильнем висталочку нашу. Так, у него кровопотеря идет. Добиваем вот этого вот пса. И тут любой сейчас его добьет просто-напросто. Это бешеный зубощелк. Вот так его правильно величать. Ну, давай вот так вот его добьем. Отлично, молодец. Так, 1350 голды. Да ладно, как-то места нету. Придется выкинуть вот эти вот косточки. Забираем. Так, и вставляем ключ. Что нам? Что там написали? Предмет не возымел эффекта. Офигеть, ребята. Содержимое мое. Все, отлично. Так, ну что же. Осталось еще два прохода у нас. Идем, идем, идем. Не спешим, аккуратненько, все четко. Так, добыча. Вообще замечательно. Да ёпрасоте. Чувак такой стоит, да, с каким-то там контрактом, блин. Показывает мне, тыкает. В принципе, уже мне ничего не страшно, потому что и так уже здесь все зараженные, блин.
Давай-ка висталочку свою подхилим. Вау, на 34, вот это хил. Вот это, я понимаю, критануло. Ну что, давай, наверное. Так, 85% у нас. Во, 95, 1-3. Ну, маленький, мало, конечно, но зато эффективно, ослабление висит. Так, давай-ка кого-нибудь 85, вот это вот больше вероятности прожарить его. Все, от кровопотери, я думаю, что он, наверное, погибнет. Хотя не факт. Так, сколько? 74, 85. Давай пробиваем. На 7. Маловато, конечно. Нет, этот выкрутился, гаденыш. Подготовка пищи. Опять будет блевать. Гад. Черт. Траванул, а? И опять, и тут прошло, да? Блин, сопротивляемость очень маленькая у нас. Жажда. Так, что такое? Соблазн усиливается с каждым ударом. Я тебя понял. Хорошо, давай вот так сделаем. Так, минус один. В принципе, ребята, мы с этими щенками сейчас с вами разберемся. Тут ничего такого нету сложного. Так, 95%, урон 1 от 3. Надеюсь, крит будет. Нет, никакого крита мы не получили. Но зато... А, нет, у него было сопротивление. Ладно. Ну что, песик, давай, добивай этого говнюка. Нефиг ему там землю топтать. Ну давай, давай, давай. Получи. Добили. Ну и остался вот этот один придурок. Кто это такой-то вообще? Как его величать-то? Привратник это, да? Ох ты какой. Что это он сделал? Ого. Откуда он взял столько комаров-то? Вот это типа привратник, ребята. Понавесил-то тут стресса на нас, а? Ну, и что мы получаем? Мазохизм. Ну, а кто бы сомневался, ё-моё. Ну, давай. Наша очередь, ребята, бомбить. Вот так сделаем. Ну и все, пока больше ничего нету. Бомбим. Не добили, жаль. Жажду делает. Так, ты держись, ты главное, чтобы отхил у тебя успел пройти. Добьем, должны его добить. 85%, ребята, попадания. Есть, бинго. И их осталось трое. Так, ну что, будем, наверное, давай подхилим нашего танка. Крит отхил на 28, он полностью восстановил себе здоровье, и это очень хорошо. Так, висталка, сейчас ты у меня ходишь, да? Давай мы снимем с тебя яд, это во-первых. И вот так вот сделаем. Так, сколько у нас будет 85%? Есть шанс, ребят, давайте попробуем. Отлично. Оглушение. В принципе, этого я и добивался. Так, опять жажда идет. Достали, а? Просто достали в корень. Так, шаман. Блин, неохота, конечно, тратить, но фиг с ним. Оу, уклонился, гад. Ну что, твой выход, танкуля, давай. 7-13, пробуем. На 11, ну неплохо, еще бы чуть-чуть, и мы бы раскромсали бы. Заход за цель. Ты достал, комариная херня. Добьем. Должны. Ой, не на того, ребята. Сори, сори, сори. Я должен был вот на этого. Да что ж такое-то. У всех так сразу жажда крови появилась, да? Все оголодали, бедные, блин. Они как вампиры у меня какие-то стоят. Как вот эти вот комары, ё-моё. Так, что ты там собрался? На 6. Стресс пошел. Причем жесткий. Давай-ка подхилим тебя маленько. И обязательно нужно ему выпить баночку. Иначе умрет. Так, что мы попробуем сделать? Так, 2-3, 85% шанс попадания. Отлично. В оглушение, надеюсь? Да. Вот сейчас будем пить банку. На, пей. Успокойся только. Я воплощение ярости. Я буду пить кровь своих врагов. Ради бога, пей, только не паникуй раньше времени. Ну и что, остался последний комарик здесь у нас. Ох, хорошо, как прошло. Нормуль, ребята, опа-на, это что такое? Колдовская склянка. Только для чумного доктора. И замечательно, у меня как раз есть он. Но не раскачанный, к сожалению. Надо будет его немножечко подкачать. Да, ребята, мы выполнили с вами задание.
Так, продолжить. У нас, по-моему, там еще одна комната осталась, если я не путаю. Да, и я хочу дойти до нее. Опять я забыл факел поджечь, а? Что ты будешь делать? Ну, с этими-то тараканами мы разберемся. Пауки для нас не... Да хорош ты, я бог крови. Черт бы тебя побрал. Ну и где же ты, бог крови, что твой пес не мог его даже садануть хорошенько? Вот, видишь как, блин, делает у нас наемник. Просто разносит всех в хлам. Висталочка, молодец, сопротивление есть у тебя. И это хорошо. Так, давай лучше мы, наверное, подхилим. Вот так вот оно будет получше. Так, ну-ка, 80%. Пробуем. Да, прокатило, и он оглушен. А, сопротивление имеет. Ах ты, гаденыш. Черт подери, траванул все-таки, а? Полжизни за красную жидкость. Что-то ты как-то слишком чересчур эмоционален. Дрессировщик, тебе так не кажется, а? Ну-ка. Крит урон. Прям офигеть, прям. Какая дикость. Шаман аж сам удивился, что так смог сделать. Уклонился, умница. Так, ну что, наемник, пора нам, по-моему, вот это вот, наверное, хлебосольного убивать. Экзекьютин, вот именно что. Ну и этого, естественно. Так, ну-ка посмотрим, сколько у него там хп. 2, пробьем, стопудняк. Да, так и вышло. Оу. Даже ключик нам достался. Куда бы нам с вами ключик-то? Мы же его все равно потом можем продать, да? Да никуда, ребят. Эх, пускай лежит здесь. Блин, там же купчая была, по-моему, да? Ладно, что тут у нас? Ценности какие-то? 250 голды, хорошо. Добыча. Вот, замечательно. Давай так съедим. Погнали дальше. Ну что же, вот и все, в принципе. Мы с вами дошли до комнаты. Надеюсь, там никого не будет. Вообще чисто, сухо. Все нормуль. Какое, блин, назначение выбрать-то? Нам не нужно никакого назначения. Мы возвращаемся с вами домой. Сколько зарабатываем деньжат? Так, мы, смотрите, для дрессировщика мы получаем с вами свиток ловкости. 4 к уклонению, 1 в скорости, но 20% к ослаблению. Да все, я понял. О, денег-то, кстати, почти 11 тысяч, ребят, заработали с вами за этот поход. Ага, ну давай, показывай, что у нас тут. Наблюдатель. 10% к урону, если факел менее 26%, да? Одержимость, получение знаний. Ну это, в принципе, нормально. Здесь что у нас? Равновесие. Так, сопротивление к перемещению. Вот нервозность, не айс. Ну и что ты у меня получаешь? Расхититель руин. Плюс 5% к шансу разведки в руинах заменено на густая кровь. Ладно, отлично. В принципе, очень даже хорошо. Нет ничего такого плохого, от чего нам можно было лечиться. Так, одна благая неделя. И хоть компания все продолжает тянуться, недавние события ободрили героев. С такой уверенностью можно и горы свернуть. Все незанятые герои получили исцеление при стрессе 200%. Ё-моё, они все у меня вылечились. Абсолютно, ни у кого нет. Нет, есть. Но это которые были со мной. Хотя Руневиль почему-то тоже все равно немножко стрессует. Но я считаю, что это замечательно. Так. Преодолевает жажду, вызванную багряным проклятием. Пока что вызывает, да, значит, терпит там. Ух, сколько у нас? 23 тысячи голды. Так, кузнец. Давай-ка нам вот это вот, да. Нет, подожди-ка, ребята, мы с вами хотели, да, ковку оружия сделать. До 4 ранга. Поехали. Потом еще нужно ковку брони нам сделать. И опять же, этого будет мало. Так, ну что? Чаунси, ты у меня хорошо сегодня повоевал. Надо тебя немножко, наверное, отправить на лечение. Так, давай-ка мы посмотрим, что с тебя можно снять. Давай вот это вот с тобой вылечим.
Так, хорошо. Танк у нас есть на замену. И мы с вами... Подожди-ка, в дирижансе что-нибудь хорошенькое прибыло. О, прибыла у нас висталочка второго левела. Так, смотрим. Вот эту вот можно, в принципе, уже убирать. Сейчас пока, ребята, с нее... А у нее ничего и нету. Так. И посмотрим, что здесь у нас. Сова. Так, нормально. Денежная мания. В городе, понятно, в борделе только снимать стресс. 15 урона в бухте. Против нечисти. В принципе, ее тоже можно ставить, ребята. Она хороша, хороша, тут ничего не поспоришь. Чумной доктор. Кстати, чумной доктор, нужно тебе тут кое-что надеть. У нас же вроде бы что-то появилось для тебя, да? Так, шанс у навыка оглушения. Давай вот так вот сделаем. Вот. Урон от стресса минус 20%. Это хорошо, в принципе. Так, максимум ОЗ 8 к меткости, да? Ну что же, ладно, пускай вот это вот все остается, как у него есть. Вот 20% лечащие навыки, это, конечно, хреново. Плохой целитель. Это очень плохо. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Обязательно с вами продолжим в следующий раз. И уже, наверное, пойдем с вами на какого-нибудь сходим босика. Так что всем большое спасибо за просмотр. Всем пока, всем удачи и до скорых встреч.